41822N. Приготовьтесь к проверке экипировки. Что? Я... Где я? Оперативные данные засекречены ради вашей безопасности. Побочный эффект – пробелы в памяти. Встаньте и опустите визор для калибровки. Агент, с вашим визором что-то не так? Нет. Калибровка завершена. Ясно. У вас стресс. Сохраняйте спокойствие. Давайте проверим систему маскировки вашего костюма. Поняла. Активируйте режим маскировки. Проверка завершена. Отключите маскировку. Отключите маскировку. Кор 54. Агент бежал. Срочно вышлите подкрепление. Ничего тебе не скажу. Спасибо. Нова на связи. Я на зашифрованной частоте. Запрашиваю срочную эвакуацию. Не могу ничего вспомнить. Нова? Думаю, нам стерли память и теперь держат на хорошо охраняемой базе. Мы должны сбежать и выйти на связь с Доминионом. Мы же были на задании. Что случилось? Видать, нам чертовски не повезло. Мы все выясним. Доберись до арсенала. Тебе нужно вооружиться. Выполняю. Сбежавший агент все еще здесь. Если не сдастся, ликвидируйте ее. Не попадайся им на глаза. Поняла. Я справлюсь. Выдвигаюсь. Нова, как тебе удалось сбежать? Я получила сообщение на визор. Это был ты? Нет, нас разделили, и я не мог тебе помочь, прости. Во что бы то ни стало. Что это за звук? Чую заварушку. Будьте начеку, этот агент очень опасен. Поняла. Выполняю, выдвигаюсь. Найдите ее немедленно! Чую заварушку. Уже в пути. Выдвигаюсь. Охотник Максвелл найден мертвым. Как она могла? Поняла. Уже в пути. Выдвигаюсь. Так, я добыла винтовку. Хорошо, но этого мало. Тебе нужно попасть в исследовательский блок. Выполняю. Я легко избавлюсь от этих ребят. Ты всегда отлично стреляла. Уже в пути. Во что бы то ни стало. Я справлюсь. Поняла. Чую. Не вижу цель. Быстро уходим! Выдвигаюсь. Впереди хорошо укрепленная позиция. Пока тебе лучше избегать встречи с ними. Уже в пути. Выполняю. Я справлюсь.
Поняла. Чую заварушку. Где-то рядом должны быть импульсные гранаты. Они хороши против скоплений противника. Отлично. Теперь я смогу пройти дальше по коридору. Выполняю. Отличная штука. Пирса и Дельту тоже держат в этом комплексе. Но добраться до них будет нелегко. Вместе сюда попали, вместе и выберемся. А потом узнаем, какого черта здесь происходит. Во что бы то ни стало. Уже. Тревога. Запущена процедура самоуничтожения комплекса. Неприятный сюрприз. Нова, нас собираются казнить. Поспеши! Стараюсь изо всех сил. Я справлюсь. Выдвигаюсь. Чую заварушку. Казнить, блин! Уже в пути. Поняла. Выдвигаюсь. Я думала, меня убьют. Нужно найти остальных. Без нас они пропадут. Поняла. Следую за тобой. Заварушку. Выполняю. Это не солдаты Доминиона. Нова, что происходит? Ничего не понимаю. На последнем задании что-то пошло не так. Думаю, мы попали в плен. Давай за мной. Я справлюсь. Уже в пути. Поняла. Выдвигаюсь. Во что бы то ни стало. Поняла. Во что бы то ни стало. Выполняю. Выдвигаюсь. Слава богу, ты справилась. Идем. Идем. Мы выберемся отсюда все вместе. Выполняю. Так, мы в Шарпсбурге. Нужно выйти на связь с местным гарнизоном Доминиона. Лучше покинем планету. Здесь даже у стен есть уши. Неподалеку отсюда есть челноки. Быстрее всего до них добраться на стервятниках. У нас будет больше шансов, если мы разделимся. Мы с Пирсом пойдем отдельно. Удачи! Хорошо. Стоун, нам пора. Нужно смотреть в оба. Вокруг полно гражданских. Ты предала. Получилось. Нова, ты первая, я следом. Сперва ответь на мои вопросы. Ты хочешь узнать, что случилось, или выбраться отсюда живой? Ладно.
всем кораблям Доминиона. На связи агент X41822N. Запрашиваю немедленную эвакуацию. Прием! Принято. Не покидайте судно до прибытия эскорта. Сложите оружие и ждите дальнейших указаний. Спасибо, что доставили ее. Я не хотел бы поднимать шум. Итак, это ты. Адмирал Хорнер. Расскажи, что ты помнишь? Я сбежала с неизвестной базы. Не доминионской. Что это было за место? Как я там оказалась? Нола, несколько месяцев назад ты и трое других призраков пропали без вести. Значит, я не на задании, а вы не знали, что я здесь? Нет. У нас есть данные о твоей связи с террористической группой «Защитники человечества». Тебя обвиняют в измене Доминиону тиранов. Но я всегда была верна Доминиону. Вы же знаете. Это не важно. Скоро прибудет Валериан. У него много вопросов. Адмирал Хорнер, к нам направляются силы зергов! Всем на свои посты! Нова, я тебе верю. Ты не из тех, кто может нарушить присягу. Но тебе придется доказать свою верность. Если ты правда так хороша, твоя помощь нам пригодится. Капитан, доложите, что происходит на поверхности. Трудно сказать, сэр. Зерги заражают планету. Их главный улей расположен в горах неподалеку. Зерги стали атаковать слишком часто. Доминион никак не может оправиться. Но такого еще не было. Адмирал, я могу атаковать зергов, пока они будут пробираться по этим ущельям. Чем меньше дойдет до базы, тем дольше мы продержимся. Неплохо. Мы построим для тебя аванпост в горах и выделим отряд головорезов. Они экипированы паучьими минами. Используй войска с умом, и тогда мы выберемся отсюда живыми. Я поняла. Мы заняли позицию и готовы выдвигаться. Нова, пока не забыл. У Свона кое-что есть для тебя. Я тут работаю над новым костюмом. Его бы испытать, а? Маскировку пришлось убрать. Но зато ты сможешь прыгать, как головорез. Ну, как тут откажешь? Я отправила сигнал тревоги Императорскому флоту. Теперь нам нужно продержаться до его прибытия. Есть свободенка. Зерги приближаются с севера. Будь наготове. Слышимость отличная. Рецепт готов. Выполняю. Выдвигаюсь. Цели нейтрализованы. Готовимся к следующей схватке. Нова, если тебе нужно подлечить войска, у нас на базе есть медики. И все же главные подходы к базе было бы неплохо заминировать. Я засекла гиблингов. Перебей их, пока они не достигли наших бункеров. Слышимость отличная. Эй, Нова, похоже, зерги решили атаковать один из наших
исследовательских центров. Мои ребята до сих пор там. Поможешь им выбраться? Заодно можешь прихватить наши разработки. Я постараюсь. Положись на меня. Выполняю. База союзников атакована. Я вот все заберу. Свон, комплекс зачищен. Вот и славно. Все, что найдешь, твое. Бери, не стесняйся. Вижу надзирателей возле ущелий. Думаю, они перевозят подкрепление. Перебей их, если хочешь разместить там свои войска. Выдвигаемся. О, тебе это не понравится. Прибыли осквернители. Они защищают от урона всех зергов вокруг себя. Поняла. Выдвигаемся. Выполняю. Поняла. Я думал, наши оружейные лаборатории расположены в надежных местах. Но зерги до них добрались. Не волнуйся, я уже близко. Я обо всем позабочусь. Поняла. Слышу тебя хорошо. Положись на меня. Так, теперь тут безопасно. И даже осталось кое-какое снаряжение. Бери все. Всегда знал, что ты девчонка не промах. Девчонка? Серьезно? Я обо всем позабочусь. В атаку пошли ультралиски! Тебе лучше поспешить! Ближе к делу. Я обо всем позабочусь. Месторождение минералов выработано. Нам приближается что-то большое. Надеюсь, ты готова. Поняла. Слышимость отличная. Месторождение минералов выработано. Я обо всем позабочусь. Поняла. Недостаточно энергии. Выдвигаюсь. Адмирал, надеюсь, моя преданность больше не вызывает сомнений. Твоя помощь ценна и своевременна. Выполняю. Слышимость отличная. Они передают что-то в эфир. Сейчас подключусь. Зерги всегда представляли угрозу. И сегодня войска Императора в очередной раз показали свою беспомощность. Они не смогли защитить население Барибы. Но защитники человечества всегда на страже. Мы сделаем все возможное для вашей безопасности. Адмирал, они прислали нам сообщение. Давай послушаем. Эта планета под нашей защитой. Передайте нам призрака и покиньте ее. Или нам придется принять меры. Чертов два. Нова, отводи войска на нашу базу. Они не смогут нас остановить, пока бьются с зергами. Придется встретиться с Императором в другом месте. Мы получили новое сообщение от группировки «Защитники человечества». Они заявляют, что зерги нападут еще, но Император Валериан Менск не принимает меры для защиты населения. Генерал Дэвис поддержал Императора, в то время как магистрат Грейсон заявил, что это может привести к смене... Нова, я рад, что вы живы и здоровы. Защитники доставили много проблем. Да, мне тоже. Но вместе мы сможем их остановить, пока они не положили конец Доминиону. И вашему режиму. Я не такой, как мой отец. Я служу высокой цели,
Думаю, в этом мы с вами похожи. Этот корабль в вашем полном распоряжении, как и моя спецгруппа. Я рассчитываю на вашу преданность. Я с вами. Иного ответа я не ждал. Райгель? Ваш специалист по технике и оружию. У него есть кое-что для вас. Нова, по нашим данным, твои воспоминания изменены, но их еще можно восстановить. Это устройство перегрузит твой нейронный ингибитор. Сам процесс не из приятных, но это поможет восстановить твою память. Потерплю. Не работает. Я вижу только город, где выросла. Но он разрушен, покрыт слизью. Этого я не должна помнить. Я не была там после атаки зергов. Хм. А может и была. Но что защитники человечества забыли на Тарсонисе? Хороший вопрос. Вам предстоит найти ответ на него. Так вот, что от него осталось. У нас нет времени на ностальгию. Защитники обосновались под этими руинами. Нужно попасть на их базу, избежав встречи с зергами. Понимаю, почему Валериан переложил это на меня. Для начала я укреплю периметр войсками. Они прикроют наши позиции, пока я буду на базе защитников. Тебе пригодится особое оборудование. Я как раз адаптировал прыжковые приводы для нашей техники. Да ты шутишь. Это просто невероятно. Это наука. Используй их с умом, и нас ждет победа. Укреплением обнаружено заражение. Тебе придется расчистить его, чтобы разместить войска. Вперед! Мы не будем в безопасности, пока все солдаты не займут свои позиции. Пошевеливайся! Дикие зерги тебя обнаружили. А я-то думала, я эксперт по маскировке. Боюсь, тебя ждет новая встреча с зергами. Приготовься к бою. Что ж... Мы ведь здесь не на отдыхе, правда? ТСМ готов! Каковась? Нова, я завершил подготовку ядерной ракеты. Мы проведем запуск по твоей команде. Отлично, Райгель. Она пригодится, когда меня попробуют задавить числом. Здесь все заражено. Выглядит еще более мерзко, чем я думала. Уничтожь заражение как можно скорее. Слышу, как отлично. Подсвечивается. Поняла. Так, с заражением разобрались. Теперь можно разместить тут войска. Нова,
Я засек возле тебя грузовой корабль защитников человечества, сбитый в ходе атаки зергов. Выжившие есть? Несколько доминионских военнопленных. Им нужно помочь с эвакуацией. Я этим займусь. Смерть на пороге. Активность зергов нарастает сразу в нескольких ульях. Похоже, ты заварила серьезную кашу. Да, я это умею. Надеюсь, тебе не придется ее расхлебывать. Первое укрепление подготовлено. Оно поможет нам выдержать атаки зергов. Осторожно! На моих сканерах опять зерги. Они летят к тебе с юго-востока. Пора тут все зачистить. Смерть на пороге. Позволь напомнить, мы здесь не ради зачистки планеты от зергов. Я понимаю, что это твоя родная планета, но не позволяя личным мотивам мешать выполнению заданий. Кто на новенького? Непременно. Нована, еще одно укрепление укомплектовано. Отлично. На пороге. Как пути. Поняла. Смерть на пороге. Улучшение завершено. Я нашла выживших. Они целы, невредимы и хотят помочь нам в бою. Здесь еще какие-то чертежи защитников. Пришлю их тебе. Как интересно. Укрепление в боевой готовности. Осталось последнее. Выполняю. Я обо всем позабочусь. Давай, убери меня! Уже в пути. Я обо всем... Нова, здесь расположен улей. Постарайся не отдаляться от наших укреплений. Что на новенького? Я обо всем позабочусь. Периметр готов. Перехожу в режим тайного проникновения. Любопытно, чем они тут занимаются. Стоп, это выглядит знакомо. Да? Тут склад оружия. Вижу какой-то прототип энергетического меча. Может пригодиться. Я должен его изучить. Конечно, но сперва полевые испытания. Сканеры обнаружили впереди узел связи. Я найду его. Повтори. О! Это что сейчас было? Здесь призрак! Сообщите командиру. Ближе к делу. Беги! Я задержу противника! Выполняю. Поняла. Я обо всем подумала. Глазеть в окно – опасная привычка. Напасть могут не только снаружи. Беги! Я задержу противника! Ложись на меня. Уже в пути. Слышимость отличная. Поняла. Уже в пути. Так, кажется, я кое-что нашла. Поняла.
Выдвигаюсь. Райгель, ты был прав. Это узел связи. Давай-ка послушаем. Обнаружено проникновение. Всему персоналу срочно покинуть комплекс. Он будет уничтожен. Мне кажется, это излишние меры. Нет, я понял. Наша цель превыше всего. Я завершу приготовление. Защитники эвакуируют базу. Райгель, у меня мало времени. Выясни, куда он отправился. Скорее всего, впереди еще один узел связи. Мои сканеры не могут определить это точно. Мне пока и этого хватит. Спасательные челноки готовы. Всем покинуть комплекс. Выполняю. Положись на меня. Поняла. Ближе к делу. Уже в пути. Излучатель включен. Вперед, вперед! Пси-излучатель? Где они его раздобыли? Нет времени выяснять. Скоро здесь будет полно зергов. Ближе к делу. Слышимость отлично. Они уходят в такой спешке. Как разумно с их стороны. Обнаружены неподконтрольные зерги. Всему персоналу явиться в пункты эвакуации. Количество зергов растет. Этот излучатель оказался очень мощным. Кто здесь? Положись на меня. Ближе. Слышимость отличная. Я обо всем позабочусь. Выполняю. Положись на меня. Слышимость отличная. Поняла. Периметр еле держится. Нова, я отзову войска по твоему приказу. Действуй. Я могу и сама отсюда выбраться. Только поймаю этого мерзавца. Прежний. Всем командам ждать приказа к действию. Операция началась. Одни умрут, чтобы другие выжили. Нет! Цель определена. Ведется подсчет предполагаемых жертв. Райгель, я все выяснила. Защитники человечества планируют атаку зергов на мирную планету. Но зачем? Они дискредитируют Валериана. Выставят его слабым. Райгель, погибнут тысячи невинных. Их нужно остановить! Операция началась!
еще чуть-чуть. Жду приказа отходить. Принято. Отступайте на базу. Доклады из крупных населенных пунктов. Им нанесен серьезный ущерб. Потери огромны. Похоже, план эвакуации провалился. Сколько там зергов? Достаточно, чтобы смести и нас, и остатки гражданских Доминиона на поверхности планеты. Нова, мы опоздали. Черт! Однако, на подходе флот защитников. Они заявляют о намерении спасти гражданских. Хотят выставить себя героями. Хоть мы и знаем, что это не так. Снижаемся, пора за дело. Излучатель привлек большую часть зергов сюда. Они вырастили ульи и теперь продвигаются на восток. Защитники человечества заняли позиции на севере, чтобы сдерживать зергов. Большинство выживших гражданских укрылись на стадионе, но без помощи они долго не продержатся. Мы их эвакуируем. Если справимся с зергами до защитников, то нарушим план врага. И спасем много жизней. Верно. Да, и вот еще. Теперь у нас есть банши и голиафы. Отлично. Замаскированные банши успеют здорово потрепать зергов, прежде чем те поймут, что происходит. Нужно действовать быстро. Я засек на орбите еще несколько сигналов. Скоро к зергам может прибыть подкрепление. Подготовь банши к высадке вот здесь. А затем нужно будет развернуть базу в этой точке. Будет сделано. Это курортная планета. Почти все люди здесь туристы. Они не могли ничего противопоставить зергам. Боюсь, планете нанесен непоправимый ущерб. Повтори. Ищу ульи зергов. Чтобы остановить рост их популяции, нужно уничтожить инкубаторы. Я постараюсь. Тупо ты... Не кричи! Какова ситуация? Нова, тебе идут ползучие споровики. Перехвати их, пока они не окопались. Поняла. Положи. Может, самое время запустить ядерную ракету? Я подготовил запуск. Отличная идея, Райгель. Вижу, ты уничтожила первый инкубатор. Это обнадеживает. Пора взяться за остальные. Повтори. Ова. Вражеское подкрепление уже на подходе. Приготовься отступать. База готова.
Производство голиафов налажено. Но есть еще кое-что. С орбиты приходят необычные сигналы. Нова, это не зерги. Что происходит? На планету прибыл флот смерти Талдаримов. Джинара, высшая посвященная Талдаримов. Владыка поручил мне истребить защитников человечества. Не вмешивайтесь. Заманчиво. Но любая атака на позиции защитников повлечет жертвы среди гражданских. Эвакуация невозможна. Значит, у нас нет выбора. Придется защищать защитников. Только пока не победим протосов. Они используют проекторы щитов для зарядки материнского корабля. Сейчас корабль на орбите. Вероятно, Талдаримы ждут полной зарядки, чтобы выжечь позиции защитников. Значит, нужно уничтожить проекторы как можно быстрее. Я вычислил координаты всех проекторов щитов. Вот они. Я займусь ими как только смогу. Но сперва укреплю оборону, чтобы обезопаситься от зергов. Не помешает. Хоть ты и уничтожила достаточно инкубаторов, чтобы их ослабить. Эти зерги — носители необычной мутации. Если появится возможность, уничтожь оставшиеся инкубаторы и добудь мне несколько образцов. Легко, если порадуешь меня новой технологией. Поняла. Выполняю. Ужин. Материнский корабль полностью заряжен. Скоро Талдаримы начнут штурм позиций защитников. Ясно. Я атакую один из проекторов, чтобы их задержать. Я подумал, что не помешает прослушать каналы связи защитников. Думаю, тебя это заинтересует. Корабль пришельцев чудовищно силен, но гражданские рассчитывают на нас. Мы не можем их подвести. Призыв готов. Все молодцы! Протосы отступают! Что? Тираны Доминиона уничтожили один из наших проекторов? Заставьте их страдать. Она отправила войска к нашей базе. Приготовься к защите. Подтверждение. Снова на связи. Уже в пути. Слышимость отличная. Я обо всем позабочу. Корабль Талдаримов выдвигается. Скорее уничтожь проектор щитов. Все на передовую! Нужно сдержать их материнский корабль! Враг отступает! Благодаря нам мирные жители снова в безопасности! Доминионские приматы никак не успокоятся. Избавьтесь от них! Нова, они двигаются к нашей базе. Поняла. Бегом, Марш! Рекомендую направиться к проектору щитов. Материнский корабль почти готов к атаке. Высылайте подмогу! Снова на связи. Поняла. Поняла. Ядерная ракета на улучшение завершена. Улучшение завершено. Подтверждение. Протосы сильны, но мы бьемся за правое дело. Мы выстоим. Найдите и перебейте всех тиранов, иначе я распотрошу вас. Пора сыграть от защиты. Слышимость отличная.
Подсвечивает ход. Повтори. Брось дороги! Лев на связи. Человечество одолеет инопланетных захватчиков! Победа будет за нами! Пошлите материнский корабль и сожгите эту мерзкую тиранку! И всех ее приспешников! Материнский корабль направляется к нашей базе. Не упусти шанс уничтожить его! Мотор ревет! База атакована. Нова, Талдаримы отступают. Войска защитников перегруппировались и добивают оставшихся зергов. Эвакуация скоро продолжится. Ты спасла тысячи жизней. Но вся слава за эту победу достанется им. Скорее всего. Как бы то ни было, я сообщил Императору о нашем успехе. Хотя бы он будет знать правду. Нам и этого хватит. Я возвращаюсь на Грифон. Тысячи жертв на Тирадоре 9. Но и это не последняя тревожная новость. Протосы вернулись. Напряжение растет. Пока не ясно, собираются протосы ударить только по зергам или еще по нам. Мы попросили генерала Дэвис прокомментировать происходящее. Генерал? Ужасная трагедия. Я сочувствую пострадавшим. Доминион должен был их защитить. Что касается... Нова, у нас гость. Нова, позволь представить Аларака, владыку Талдаримов. Ого, для существ, что живут так недолго, вы, тираны, слишком часто дразните смерть. Чего ты хочешь? Того же, что и ты. Истребить защитников человечества. Они уничтожили один из наших аванпостов и сбежали до того, как их настиг флот смерти. Непростительная дерзость. Я раздавлю их как вредителей, которыми они и являются. Но сперва ты их найдешь. Как я понимаю, это твоя специальность. Если бы я помнила, где они прячутся, то уже была бы там. Но память подводит меня. А, значит, ты была одной из них. Ты оказалась полезнее, чем я мог ожидать. Полагаю, ты уже пыталась вернуть себе память. Разум тиранов такой податливый. Все, что тебе нужно, это тирозин. Тирозин? Я даже не представляю, где его взять. А я представляю. И я готов поделиться. Взамен ты приведешь меня к защитникам человечества. Договорились? Да. Пока. Славно. Готовься, тиран. Тебя ждет испытание. Рейгер, что мы знаем о малом Джарбане? Немного. Маджанский протекторат основал там исследовательскую станцию, но связь с ней была утеряна. Почему, неизвестно. Звучит пугающе. Ладно, давай выясним, что там случилось.
Если верить данным Аларака, нам нужно высадиться здесь. Его подчиненные уже укрепились неподалеку. И судя по действиям протосов, они хотят помешать нам добраться до Тиразина. Но почему? Возможно, Аларак хочет избавиться от слабых воинов. Для Талдаримов сила превыше всего. Придется пробиваться к экстракторам с боем и охранять их во время добычи. Я пришлю тебе на помощь воронов и освободителей. Не знаю, где ты достаешь все эти игрушки, но я благодарна тебе, Райгель. Есть еще что-нибудь, о чем умолчал Аларак? Хм. Я засек какие-то формы жизни, но все они под землей. Наверняка рано или поздно вылезут. Мы сильно рискуем. Но если ты справишься, у нас будет достаточно тиразина, чтобы восстановить твою память. Нова, Талдаримы вышли на связь. В последней битве ты могла произвести впечатление на владыку Аларака, но никак не на меня. Я буду твоим соперником в этом испытании. Победа и вознесение достанутся лучше из нас. По-моему, она еще злится из-за корабля. Придется попотеть. Райгель, ты обнаружил местоположение всех экстракторов? Помощь нужна? Что тут освободить? Естественно. Вот координаты. Похоже, у маджанцы используют биомеханические технологии для ускорения процесса добычи. Изучишь их позже. Сейчас мне нужны войска, чтобы защитить экстракторы, пока идет добыча газа. Убейте меня! Черт. Райгель, кажется, я нашла пропавший персонал. Они все заражены. Командир. Ядерная ракета готова. СМ готов. Войска Доминиона! Нам нужна эвакуация! Помогите! Мы в долгу не останемся! Испытание надолго не затянется! Воины, принесите мне победу! Они собираются разрушить экстрактор. Если у них получится, мы потеряем один из источников тиразина. Задвигаюсь. Ближе к нему. Уничтожьте еще один экстрактор! Преподайте урок нашим так называемым противникам! Я обо всем подумаю. Выполняю. Поняла. Слышу тебя хорошо. Выполняю. Будь осторожна. Я засек зараженные танки. Выполняю. Мотор ревет. Хуже. Требуется помощь. Я обо всем позабочусь. Куда лететь? Они теперь банши заражают? Чудесно. Я обо всем позабочусь. Нова, я засек еще зараженных, которые движутся к тебе. А хороших новостей у тебя нет? Выдвигаюсь.
Слышимость отличная. Я не уступлю этим слабакам снова! Воины, готовьтесь к бою! Нова, Талдаримы выдвигаются к нашей базе. Прими это во внимание. Это жалкое подобие битвы меня утомляет. Разрушьте еще один экстрактор! Мы взяли резко. Первый экстрактор начинает работу. Странно, внутри экстрактора какое-то существо. Новый. Процесс добычи газа привлекает зараженных. Уже в пути. К бою готово. Райгель, давай сюда корабль. Пусть заберет зараженных. Поняла. Положись на меня. Слышимость отличная. К бою готова. Поняла. Второй экстрактор заработал, но без боя газа мы не получим. Запускаю двигатель. И еще одна цистерна тиразина готова к доставке. Последний экстрактор заработал. Мы почти закончили. Примитивное создание победило моих воинов! Ага, уже дважды. Где Аларак? Нова, вынужден признать, ты прошла испытание, несмотря на мои сомнения. Добытый тирозин приведет тебя к защитникам человечества, если не разрушит бой. Примитивный разум. Звучит воодушевляюще. Как мне тебе сообщить, когда я их найду? Когда придет время, я сам узнаю. Нова, я изучил ваши данные Старсониса и Тирадора 9. Они убедительны, но я не могу выступить против защитников, пока мы не знаем, кто их лидер. Верно. Но у нас есть кое-что еще. Тирозин, вы же знаете, что он делает с людьми. Галлюцинации, безумие. И все же он крайне эффективен для восстановления памяти. Он прав. У нас нет другого выбора. Делайте, что нужно. Протесты нарастают. Вам нужно немедленно эвакуироваться. Да. Я не допущу насилия у стен дворца. Нова, возвращайтесь скорее. И будьте осторожны. Ему бы это тоже не помешало. Он так не думает. Насчет тирозина. Я могу сделать процедуру менее опасной, вводя его микродозами. Восстановление памяти займет больше времени, но риск повредить твою психику значительно уменьшится. Значит, крыша не поедет? Убедил. Давай приступать. Старайся запомнить все, что увидишь. Обследование завершено. Хорошо, Нова. Теперь ты готов. Спасибо. Защитники многое сделали для Доминиона. Я рада, что меня назначили к вам.
Адмирал верно сказал, что мы будем работать только с лучшими из лучших. Данные о задании в твоем визоре. Кстати, о визоре. В последнее время он как-то странно... Не волнуйся. Когда ты вернешься, мы обновим прошивку. Удачи. Ты в порядке? Я вспомнила, куда меня отправили в последний раз. Теперь я знаю, с чего начать. Мы на месте, Регель. Я точно помню этот город. Антиго Прайм одной из первых пала жертвой зергов. Это было во всех новостях. Но о защитниках человечества никто не упоминал. Выясним, что здесь произошло на самом деле. В файлах защитников были вот эти координаты. Остальное не помню. Придется осмотреть каждую точку, собрать данные и попытаться восстановить общую картину. Хорошо. Здесь мы развернем базу, но сперва нужно очистить местность от заражения. Это я могу. За работу. Эта область подойдет для базы. Но, к сожалению, в ней еще хозяйничают заразители. Им осталось недолго. Чудесно. Взрыв уничтожил единственную яму заразителей в округе. Зерги больше не смогут их порождать. Нужно ограничить производство мощных войск противника. Отыщи все важные строения зергов. Хорошо. Я дам знать, когда ты приблизишься к одному из них. Ну что же. Пора проверить наши координаты. Как ни странно, метро в этом районе еще действует. Но входы на станции перекрыты слизью. Если ты их расчистишь, можно будет быстрее передвигаться по городу. Получен приказ с высоким приоритетом. Я вижу на сканерах войска зергов. Они приближаются с востока. Я подготовлю им теплую встречу. Снова на связи. Слышимость отличная. СМ готов. Поняла. Уже в пути. Райгель, я нашла первую точку. Воспоминания размыты, я должна принять еще одну дозу тирозина. Я буду на связи. Согласно нашим данным, эта планета – вероятная цель нападения зергов. Мы не хотим поднимать тревогу. Наше новое защитное оборудование нейтрализует всех зергов в случае вторжения. Разместите его, не привлекая внимания. Так мы сможем защитить гражданских, когда придет время. Принято. Первое устройство готово к активации, Максвелл. Хорошо. Теперь нужно настроить его для борьбы с определенным видом зергов. Ну что же, мы готовы двигаться дальше. Я должна была помочь защитить планету от зергов. Как видишь, план не сработал. Как бы то ни было, ты подходишь к последним шпилям величия в округе. Да? Хорошо. Сейчас я их уничтожу, и тогда мы избавимся от хозяев стаи. Так точно, сэр!
Я обо всем позабочусь. Давай, удиви меня! Поняла. Выдвигаюсь. Дарю вам мирный атом. Слышимость отличная. Снова на связи. Кто на новенького? Выдвигаюсь. Мотор ревет. Принимаю следующую дозу тирозина. Райгель, присмотри пока за всем. Непременно. Надеюсь, в этот раз тебе откроется что-то более важное. Разве Генштаб не заявлял, что дикие зерги нам не угрожают? Неужели что-то изменилось? Должно быть кардинально. На разработку таких устройств нужно много времени и средств. Если они и правда так эффективны, как говорит Максвелл, нам будет гораздо проще. Но почему мы о них не знали? Может, нам забыли сказать, а может, нам врут. В любом случае, мне это не нравится. Нужно продолжать поиски. Я все еще что-то упускаю. Жду подтверждения. Бегом! Снова на связи. Стоун, я ведь до сих пор не знаю, что с ним. Надеюсь, он выбрался из Шарпсбурга. Ты единственный пропавший призрак, вернувшийся на службу Доминиона. Это еще не значит, что он мертв. Зерги создали инкубатор рядом с нашей базой. Я уничтожу его. Дополнительное место нам пригодится. Снова на связи. Выдвигаюсь. Улучшение завершено. Позабочусь. Уже. Поняла. Отлично. Входы на станции расчищены, и поезда в нашем распоряжении. Грузовые вагоны достаточно велики для перевозки танков и других крупных боевых единиц. Райгель, я уже тогда понимала, что защитники темнят. Нужно выяснить, что случилось дальше. Агенты, докладывайте. Мы у третьей точки. Продвигаемся немного медленнее, чем планировали. Пилоты уже ждут. Не задерживайтесь. Мне нужно заскочить в командный центр, когда мы закончим с установкой. Там остались резервные копии наших инструкций. Хорошо. Я почти закончила. Странно. После включения эта штука дает псионный резонанс. Что это такое? Повтори. Мы не защищаем эту планету от зеркал. Мы привели их сюда. Правда, иногда бывает горькой. Горько придется защитникам, когда я наконец до них доберусь. Положись на меня. Точки появления червей Нидуса зачищены. Зарождение минералов выработки. На связи. Я обо всем позабочусь. Ты восстановил работу всех веток метро. С
Завидное усердие. Слышу тебя хорошо. Положись на меня. Слышу вы так. Выдвигаюсь. Мотор ревет. Выполняю. Время и тирозин на исходе. Я должна вспомнить все. Если защитники на самом деле не сотрудничают с Доминионом, их покрывает кто-то изнутри. Пока мы ни в чем не можем быть уверены. Я попробую взломать защиту этих устройств после их активации. Думаю, это пси-излучатели. Как те, что когда-то использовала Конфедерация. Нова, мы должны бежать. Я не зачистил командный центр. Там остались наши инструкции. Мы доставим их в Генштаб в качестве доказательства. Проклятье. Излучатель заработал. Я думал, мы понимаем друг друга. Вы меня разочаровали. Вернуть их на базу. Я кое-что вспомнила. Есть еще одно место, которое я должна посетить. Слышимость отличная. Веспеновый гейзер иссяк. Выполняю. Подмогу! Новых гиблингов мы больше не увидим. Выполняю. Слышимость отличная. Выдвигаюсь. Кругом враги! Веспеновый гейзер иссяк. Выполняю. Они здесь. Наши инструкции. Тогда, я полагаю, мы можем возвращаться. Пока нет. Я должна вспомнить еще кое-что. Пора использовать остатки тирозина. Она видела слишком много. Не знаю, сможем ли мы вернуть ее лояльность. Ясно. Сотрите ей память. Начнем обучение заново. Thank you.
нужно связаться с Валерианом. Официальные представители отказались от комментариев. Генерал Дэвис снова предложил обсудить. Что случилось снова? Я все вспомнила. Они лгали мне. Вынуждали убивать невинных ради своей чертовой цели. Их лидер, генерал Дэвис. Дэвис? Она всегда была верна моей семье. Семье, но не вам. Пока она жива, гражданские будут умирать. Ее нужно убить. Нет. Народ призывает меня отречься от престола. Нельзя позволить ей стать мученицей. Нужно все сделать правильно. Пока мы ждем, гибнут люди. Разве это для вас не важно? Важно. Я понимаю, через что вы прошли, но решать не вам, Нова. Ставки слишком высоки. У меня есть план, и я надеюсь на вашу помощь. Хорошо. Генерал Каролина Дэвис. Это Валериан Менгск. Я намерен сложить свои полномочия. В пси-излучателях используются технологии, разработанные фондом Мёбиуса. Все улики приведут к Валериану Менгску. Я смирился с тем, что моему отцу нет прощения. Его нужно удалить от власти. Да. Генерал, император уже прибыл. Скоро он выступит с заявлением. Неужели? Следите за ним. Если что-то пойдет не так, убейте мальчишку. Император, у нас мало времени. Знаю. И поэтому мы должны действовать строго по плану. Люди Дэвис будут ждать провокации от моей охраны. Это отвлечет их внимание. Вы должны воспользоваться этим и проникнуть в комплекс. Будет сделано. Возьмите Дэвис под стражу и приведите на балкон до конца моей речи. После этого я объявлю о ее аресте. Она так просто не дастся. У нее не будет выбора. Нова. Я рассчитываю на вас. Я изучил данные со сканеров. К сожалению, база Дэвис очень хорошо охраняется. Я решу эту проблему. Не сомневаюсь. Судя по всему, Дэвис будет слушать речь Валериана в своем кабинете. Чтобы до нее добраться, ты должна пройти через весь комплекс. Маскировка или штурм? Нужно будет выбрать экипировку. Как мне попасть внутрь? Под базой есть система стоков. Она почти не патрулируется. Оттуда ты проникнешь в здание без проблем. Да уж, без проблем. На месте. Вот координаты. Они выведут тебя ко входу в здание базы. Хорошо. Пока я здесь, будешь моими глазами.
Поняла. Поняла. Объекты посторонние. Огонь! Из этой точки поступает необычный сигнал. Изучи его, если будет возможность. Уже в пути. Убей ее! Поняла. На помощь! Тут кто-то есть! Выполняю. Визор. С его помощью я легко возьму под контроль кого-нибудь из защитников. Похоже, для тебя это привычное дело. Выдвигаюсь. Делай, как я говорю. В другом конце здания. Ты опять что-то сломал? Я обо всем позабочусь. Впереди лазерный детектор. Гранат у меня нет. Но с этим визором кто-нибудь из защитников поможет мне решить проблему. Слушай, внимательно. Огонь! Положись на меня. Где-то рядом сенсорный модуль. Уничтожь его. Или не подходи слишком близко. Уже в пути. Никогда не сдавайся. Слышимость отличная. Выполняю. Какова ситуация? Огонь! Выполняю. Готово. Я внутри комплекса. Что дальше? Генерал Дэвис у себя. Она не станет ничего предпринимать до конца выступления. Замки на двери ее кабинета управляются из двух пунктов наблюдения. Тебе нужно проникнуть туда и отключить замки до того, как император закончит речь. Поняла. Слышимость отлично. Вот координаты пунктов наблюдения. Удачи, Нова. Да уж. Удачи. Поняла. Защитники не жалели денег на военные разработки. По моим данным, они хранят снаряжение в этом комплексе. Надо будет глянуть. Ближе к телу. Мать. Какова ситуация? Выдвигаюсь. В этом блоке подчиненные Дэвис испытывали новейшее вооружение. Посмотрим, что у них вышло. Обязательно. Я обо всем позабочусь. Слушай, внимательно. Слышу. Огонь! Объект уничтожен. Выдвигаюсь. Выполняю. Делай, как я говорю. Смотри, куда прешь. Слушай внимательно. Нова на связи. Ближе к делу. Райгель. Да у них тут целая гора суперсовременного оружия. На это я и рассчитывал. Какова ситуация? Выдвигаюсь. Я приказываю, ты подчиняешься. Фу, всегда нервничаю, когда заканчивается сборка прототипов. Да уж, их за последнее время столько вынесли. Объект уничтожен. Наверное, лучше оставлять все в разобранном виде. Обо всем позабочусь. Эти сонары оборудованы ЭМИ-устройствами. Держись от них подальше. Уж постараюсь. Ближе к делу. Уже в пути.
Делай, как я говорю. Я вижу пункт наблюдения, но попасть туда не могу. Тогда попробуй взять под контроль охранников. Есть. Первый замок отключен. Остался еще один. Поняла. Уже в пути. Ближе к делу. Я обо всем позабочусь. Огонь! Слышалось отличное. Сам император явился. Уж что-то будет. Может, до него дошло, что защитники человечества правы и могут спасти Доминион? Ложись на меня. Нова. Я кое-что нашел здесь недалеко. Слушай, кажется, это костюм. Он мне точно не помешает. Поняла. Выдвигай ее! Выдвигаюсь. Райгель, ты бы видел этот костюм. Да у тебя глаза на лоб полезут. Ну что ж, опробуй его при случае. Поняла. Выполняю. Медпомощь получена. Я обо всем позабочусь. Сбежавший агент найден. Поняла. Выполняю. О, нет. И вы. У тебя странная экипировка, агент. Ты же не из наших, правда? Жаль, что я сейчас не могу помочь. Нова, Доминион пришлет спасателей, как только ты выполнишь задание. Я обо всем позабочусь. А вот и второй пункт. Ты знаешь, что делать. Я обо всем позабочусь. Делай, как я говорю. Дверь в кабинет Дэвис открыта. Можешь приступать к аресту. Стой. Я чувствую чей-то псионный сигнал. Очень знакомый. Жду подтверждения. Поняла. Я обо всем позабочусь. Я знал, что мы еще встретимся. Стоун, что случилось? Ты бросила меня и стала охотиться на бывших товарищей. Похоже, пришел мой черед. Защитники стерли тебе память. Это не ты. Каждый сам выбирает, кем быть. И ты свой выбор сделала. Дьявол. Придется убрать его с дороги. Жду подтверждения. Уже в пути. Я не хочу убивать его, но могу измотать до потери сознания. Учитывая обстоятельства, это очень гуманно. Поняла. Снова на связи. Выполняю. Выполняю. Уже в пути. Выдвигаюсь. Я обо всем позабочусь. Слышимость отличная. Отключился. Райгель. Отправь за ним кого-нибудь. Само собой. А ты займись Дэвис. Дэвис, вас
вызывает император. А если я откажусь? Не откажетесь. Доминион всегда возглавлял сильный лидер. Отец оставил мне тяжелое наследие. И я ценю поддержку народа. Именно поэтому защитники человечества обвинили меня в неспособности противостоять зергам. Я не мог игнорировать эту клевету. Моя администрация провела расследование недавних инцидентов. Защитники применяли пси-излучатели, чтобы вызвать нападение зергов. Они же намеренно спровоцировали протосов. У нас есть неопровержимые улики. Соответствующие приказы были отданы генералом Каролиной Дэвис. Она взята под стражу и обвиняется в измене Доминиону Тирана. Скоро я публично объявлю дату суда. Это предотвратить, если бы послушался. Ты выполнила свою часть уговора, Тиран. Теперь эти паразиты умрут в муках. Нет, не было такого уговора. Беги, или умрешь вместе с ним. Численное преимущество. Чтобы удержать город, нам потребуется больше сил. С нами связалось несколько отрядов защитников. Похоже, низшие чины ничего не знали об истинных планах Дэвис. Ваша речь открыла им глаза, и они хотят помочь нам. Хорошее начало. Их заставы на передовой сдержат талдаримов, пока мы подготовим подкрепление. Я прикрою их. Вместе мы постараемся не пустить талдаримов к нашим базам в центре города. Нам понадобятся освободители и танки, чтобы укрепить позиции. И пара КСМ для ремонта. Вы, как всегда, предусмотрительный, Райгель. Нам пригодятся все доступные ресурсы. Жду подтверждения. Силы противника движутся по центральным улицам к этим точкам. Я запросил помощь флота Доминиона, но его прибытие еще нужно дождаться. Как только он будет здесь, наши крейсеры без труда разберутся с талдаримами. А пока вы можете строить свой собственный флот. Это мы и собирались сделать. Но нам понадобится центр синтеза, а также значительные объемы ресурсов. Да уж. Победа над Алараком обойдется недешево. Говорите. Лучше. Режим готов. Приближаются бессмертные талдаримов. Если не дать отпор, они прорвут нашу оборону. Предоставьте это мне. Пристройка завершена. Я приказал защитникам человечества строить баррикады на боковых улицах. Талдаримы наверняка скоро нападут на них.
Твоя помощь придется очень кстати. По данным сканеров, излучатели пустоты пойдут в атаку с левого фланга. Я их перехвачу. Спасибо, Райгель. Снова на связи. Уже здесь. Талдаримы усилили натиск. Внешний рубеж обороны не выстоит, если не разместить там постоянный гарнизон. Если не удержим периметр, протосы объединят свои силы, и тогда нам точно не поздоровится. И они наверняка уничтожат местный исследовательский центр. Пропадет столько ценной информации. ТСМ готов! Я сделаю все, чтобы его защитить. Чем ты помогаешь этим ничтожествам? В городе полно мирных жителей. И ты это знаешь. Тебе на них просто наплевать. Нова, прибыли первые эскадры флота Доминиона. Они поддержат нашу оборону. Крейсеры класса Гаргона особенно эффективны против больших скоплений войск противника. Я прикажу им зачистить поле боя по твоей команде. Я во всем позабочусь. Прибыли оставшиеся корабли флота Доминиона. Наконец-то. Отправьте их закрыть бреши в нашей обороне. А генерала Дэвис переведите на один из кораблей и удвойте охрану. Не спускайте с нее глаз. Конечно, император. Снова бросить вызов владыке Алараку? Невиданная глупость. Даже для тирана. Дженара? Ну, конечно. Чтобы Аларак хоть пальцем пошевелил. Флот вызывали? Это ловушка! Ядерная ракета готова. Дженара отправила в атаку остатки флота смерти, Нова. Мы закончим этот бой, так или иначе. Талдаримы понесли тяжелые потери. Они проиграли. Мы тоже получили серьезный урон. Отзывайте флот, Хорнер. Возвращаемся на Кархал. Один из кораблей не отвечает. Медуза. На ней держали Дэвис. Сканеры показывают, что Медуза ушла с орбиты. Значит, мы ее потеряли. Нова, возвращайтесь на Грифон. Нам нужно поговорить. Я не потерплю предательства, тиран. Сегодня у тебя появился опасный враг. У тебя тоже. Неужели? Потрясающая самоуверенность. Пошел вон.
Нова, Талдаримы отступают, но Дэвис своего добилась. Теперь будет сложнее убедить людей, что пришельцы не угроза. Именно поэтому защитники атаковали протасов. Дэвис неважно, сколько гражданских погибнет. Ради власти она пойдет на все. В точности, как мой отец. Она ответит за свои преступления. Найдите ее. Остальное пусть решает суд. Суд? По-моему, мы это уже проходили. Есть лишь один способ. Нет. Я обещал народу, что Дэвис предстанет перед судом. Нова, приведите ее живой. Есть, император. Нова, у нас есть четкий приказ. Потеряли сигнал корабля «Дэвис» несколько часов назад. Но с доков «Цероса» пришел сигнал бедствия. Судно «Доминиона» ведет огонь по своим же кораблям. Это она. Живо двигаем туда. Цероса, стратегический объект Доминиона. Сюда отправляют на ремонт поврежденные крейсеры класса Горгона. Их координаты засекречены, но не для Дэвис. А генштаб защитников все еще на ее стороне. Что же она задумала? Похоже, она перебралась на Ксанф. Это экспериментальный боевой корабль с внушительным штурмовым арсеналом. Она хочет добить наш флот. Без его поддержки Валериану не удержать власть. Как мне обезвредить этот Ксанф? Он оснащен прототипной броней, которая отражает прямые атаки. Но если сосредоточить огонь и повредить орудие, Дэвис придется отступить. Во время ремонта Ксанф будет уязвим, но он почти наверняка отступит на охраняемые позиции. Прорви оборону, атакуй беззащитный корабль, и у нас появится шанс. Да уж. Как всегда, все в моих руках. Ксанф находится здесь снова. Адмирал Хорнер расположил свои войска рядом с крейсерами. Да, я думаю, нам стоит продолжать прослушку переговоров защитников. Готовьтесь к бою! Лучше мы умрем за Арктура, чем станем служить его убийце. Выкладывай! Генерал, здесь это... призрак, которая сбежала. Ну, конечно. Ничего, разберемся. Прибудьте в дополнительные хранилища. Поняла. Вывести Ксанф на огневую позицию и уничтожить Горгону. Вижу на радаре Ксанф. Он движется к Горгоне. Готовься к перехвату. Он оснащен огнеметом и бронебойной электромагнитной пушкой. Вернемся с новыми силами. Теперь Ксанф уязвим, Нова. Но тебе придется прорываться к нему с боем. Нова, Гиперион на связи. Мы готовимся атаковать позиции защитников вокруг Ксанфа.
Здорово. Я приведу вам подмогу. Какова ситуация? СМ готов! Снова на связи. СМ готов! Я обо всем позабочусь. Приготовиться к следующей атаке! Мы и так задержались. Дэвис ведет Ксан в Гаргоне Доминиона. Дэвис разблокировал отсек с новейшими истребителями. ТСМ готов! Пора тут все зачистить. ТСМ готов! Уже. Готовлю очередную атаку на Ксан. Присоединяйся, если хочешь. Тут подтверждение. Задвигаюсь. Хорошо. Атакуйте на свое усмотрение. Слышалось отлично. Гидриону нужно время на восстановление. Нова, продолжай пока без нас. Друга, враги! База атакована. В атаку! Валериан не имеет права командовать флотом своего отца. Ксан готовится выйти на огневую позицию, Нова. Слышу тебя хорошо. Назад! Системы вооружения вот-вот откажут. Выдвигаюсь. Пора тут все зачистить. Серьезный урон. Отступаем. Выполняю. Говорит адмирал Корда. Мой корабль возвращается на передовую. Улучшение завершено. Повтори. Дерус на связи. Кому навешать? Защищайте Ксан! Тут подтверждение. Реус на шляпе. Итак, ты пробилась к моей базе. Ты хороший солдат, Нова. Ну и я тоже. Нова, Ксанф трансформируется. Я не знаю, что будет дальше. Тебе придется разбираться по ходу дела. Ближе. Реус на связи. Положись на меня. Все резервы сюда. Призрак не отступит. Слышалось отлично. Поняла. Снова на связи. Подвигаюсь.
Майлстоун! Если проиграем, потеряем Доминион! Корабль в критическом состоянии. Мы отступаем. Все ко мне! Мы пожертвовали слишком многим, чтобы проиграть. Все кончено. Сканеры показывают множество раненых на борту, но Дэвис еще жива. В эфире только шум. Она не выходила на связь с момента крушения. Отправь мне последние координаты. Я найду ее. Конечно. Дэвис уже рядом. Похоже, она одна. Отлично. Новембер Терра. Я знала твою семью, когда ты была еще ребенком. В то время мы все были на одной стороне. Прошлое не имеет значения. Я заплачу за свои ошибки. И я знаю, зачем ты здесь. Ты считаешь, что поступаешь правильно. Выдвигаюсь. Но если ты сделаешь то, что задумала, значит, ты ничем не лучше меня. Подумай, пока не поздно. Я все сказала. Поняла. Ближе к цели. Катись к черту. Нова, что ты наделала? Я знаю, что ты здесь, Нова. Сегодня ты нарушила приказ Императора. Но я помню его еще кронпринцем. Тогда Валериана интересовали только инопланетные артефакты. Я вступил в его фонд Мёбиуса. Хотел поразить всех своими изобретениями. И... погубил карьеру. Эта команда все, что у меня, у нас осталось. К чему ты клонишь, Райгель? Мы верим только тебе, Нова. И пойдем за тобой куда угодно. У Доминиона всегда будут проблемы. И мы будем решать их по-своему. Главный сюжет дня – недавняя попытка государственного переворота. Волнения в Доминионе утихли, когда император Валериан вернул контроль над правительством и обнародовал доказательства вины защитников человечества. Опросы показали, что большинство граждан считают ликвидацию такой опасной преступницы, как генерал Дэвис, абсолютно оправданной. Что нам делать с Новой? Ничего. Пока ничего.